Мне 25 лет, и это немного странно для девушки моего возраста, но я вообще не хочу замуж. Проблема в том, что все окружающие прям пытаются меня туда выдать. Недавно мама сказала: «Блин, Оль, ну как так? Все твои подруги уже замужем». Я думаю, да, действительно, она права, надо что-то с этим делать. Короче, пошла в ночной клуб, нашла там новых подруг. Потому что это проще, чем найти мужика. Недавно встретилась со знакомым в кафе, он там что-то жаловался на свою девушку, я его пыталась поддержать. И в конце он сказал: «Блин, Оль, ты такая классная, такая добрая, понимающая, ты офигенный друг». Про свою девушку он говорил: «Она овца, она дура конченая, наверное, не женюсь». Так что если вы до сих пор одиноки, не переживайте, это потому что вы хороший человек. Все твари давно друг на друге женились и счастливы.